плохой. Он сейчас идет? Я просто что-то вчера, по-моему, пытался войти, но не вошел. Я не знаю, когда он, чем. Привет, Леонид. Я просто взял ее и удалил. Он не работал, я удалил. Ну, если остался, надо будет скачать. Посмотреть. Ну как приехали? Детройт. Ну там демка бесплатная тоже. Ну я не стал что-то его брать. У меня сейчас Heavy Rain, чё мне? Детройт же тоже от них же. Heavy Rain создателей. Что это такое? Как играть-то в эту игру? Я забыл уже. Фарфоровые ящерицы. Выглядят совсем новыми, в отличие от всего остального хлама. Оу. Так ты как так швырнул? Что-то есть, смотри. Ключ. Какой-то ключ. Ну ладно, у нас есть ключ теперь. Здравствуйте. Ключ в виде черепахи. Другая игра тоже. Там еще Рио главным героем зовут. Так, что происходит? Что-то интересное, у меня задание в пустом здании. Готовы ли вы пострадать ради спасения сына? Пострадать? У вас есть 5 минут. В каком смысле? На то, чтобы отрезать фалангу пальца перед камерой. Чего? В конце испытания вас ждет награда. Фалангу пальца? Таизи, не мой палец. Ты чё так отшатнулся? Тут типа что-то еще что ли есть? Че это? А, прибухнуть? Анестезия. А что-нибудь посерьезнее есть? Пила? Нет, пилой будет слишком больно. Ты чё, сесть хочешь? Нашел время, блять. На, пошли рубить. Чё там такое? Это чё? Дурак, что ли? Привет, Сильк. Пей больше. Блять.
Это будет жестко. Че это делаешь? Попытаться? Вперед. Во, мы сразу под стол залезть. А я почему-то сейчас вспомнил, знаешь что? Ты думаешь, Walking Dead? Нет. Не Walking Dead. Четыре комнаты. Где из половины пальцев? Ничего не вижу. Рузвельт? Рузвельт. Рузвельт. Ред Грант Мэйдж. Там пальцы себе отрубили только что. Ну как, фалангу. Да там чуть-чуть. Ну что ты хочешь сказать, если бы у тебя такое случилось, ты бы так не сделал? Родители не такое, ради детей могут пойти. Чего тут удивляться-то? Тем более одного ребенка уже потерял. Второго-то явно ему не хочется терять. Что происходит? Так точно, лейтенант. Мы на позиции. Отлично. Ничего не предпринимать до приказа, ясно? Схватим его, как только он высунет нос. Так точно, лейтенант. Патруль засек его машину. Что он там делает? Без понятия. Ты же у нас криминалист. Объясни нам, что творится у него в машине. Я не знаю. Однако Итан Марс не подходит под психологический профиль убийцы. Присяжные поймут разницу между твоими теориями и железными фактами. Поворот. Какая нелегкая ее принесла. Если выйдет Марс, ей крышка. Что делать, лейтенант? Вывести ее? Нет, дать сигнал. Как она его нашла? Она что, рылась у нее в вещах? Заходит внутрь. Может, живет там? Ну и ладно, не будет путаться под ногами, если Марс выйдет. Итан, что стряслось? Там полиция, они за тобой, пришли тебя арестовать. Надо найти другой выход. Ищи. Черт, что он там делает? Брать по моему сигналу. Это была часть испытания. Да ну давай! Да в смысле? Давай.
Слишком высоко. Коробку какую-нибудь найди, а хуй знает. Шкаф, стул, что-нибудь, блядь. На что можно залезть? Давай, быстрее. Вот. Давай. Я дам отмашку. Какую, блядь, отмашку? Не обсуждается. Я иду с вами. Твоим остаться стереть двери. Так, тихо. Вверх. Давай, давай, давай. Давай, 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 давай. Метро, 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 метро. Метро. Спасибо, спасибо, я не тупой. Стример не тупой. Стример не тупой. Пошли, 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 пошли. Давай, 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 давай. Да роднули моя, давай. Без пальца ушли, правда. Да-да. А, еще не все? Итан, что случилось? Надо скорее идти. Итан! Итан, они близко! Мокрый пол. Там справа какая-то железная дверь. Я хуй знает. Что в нее? Да, она вряд ли открыта. Да вы серьезно? Стоять! В смысле? В смысле? Пошел ты нахуй! И чё, и все, да? Типа все. Я не буду так, я не согласен. Пошла нахуй игра. Я не буду так играть. Нет, я не согласен. Пошла ты нахуй. Хуя ли я должен тут, блядь, ловиться-то? Я не буду ловиться, блядь. Если вы делаете мне очевидно какие-то, блядь, подсказки, куда идти. Я чё, виноват? О, по-братски, спасибо. Давай попробуем в правую дверь ломануться. Если не получится... Пойдем влево, скорее. Там дверь была. Итан, Итан, они близко. Да ну там закрыть все. Куда идут все эти люди, блядь? Объясните мне, они в никуда ведь идут. Что это за бред? За-за. Надо было просто так сделать.
Че, так можно было? И, блядь, поезд уехал. Ну, заебок вообще. Уйди, курица. Да идите нахуй! Хуль вы встали-то, дебилоиды, блядь. Что за... Герой Фаренгейт сидит, смотри, на лапке, блядь. В такой же куртке. Эх, мать твою. Надо перебраться через пути. Да вот вы безбашенные. Боже! А, ну ладно. Не хотелось бы остаться там на пароме с рукой в руках. Полиция заявила, что установлена личность так называемого мастера оригами. Итан Марс, отец похищенного Шона Марса, ушел от ареста. Он вооружен и очень опасен. Полиция идет по его следу. И мы надеемся вскоре сообщить вам подробные приметы этого преступника. Вы с ума сошли? Вы что, сюда пришли? Я принесла еды. Не знала, что ты любишь, купила всего понемножку. Надеюсь, пойдет. Зачем ты помогаешь мне, Мэдисон? Ты ничего обо мне не знаешь. И рискуешь жизнью. Не знаю, просто мне показалось, что я обязана это сделать. Как смогла, помогла. Тебя показывают по всем каналам, Итан. За тобой охотится вся полиция. Говорят, ты и есть мастер оригами. Это правда? Ты убийца, Итан. А вот если он тебе сейчас «да» ответит, вот что ты будешь делать? Мне просто интересно. Признаться? Обойти? Что обойти? Прошу тебя, Мэдисон, не спрашивай ничего. Меньше знаешь? Это я сама решу. Почему тебя ищут, Итан? Что ты сделал? Ну, правду скажи. Ну, ты же ничего не сделал. Привет, Фёрст. Когда я не помню, где был и что делал. Как будто был другим человеком. Привет, Metal Search. После таких провалов я помню. Кстати, привет. Только трупы, лежащие в воде. Что произошло, Итан? Зачем ты пошел в тот дом? Быть может, мое альтер-эго испытывает меня, мою любовь к Шону. Оно хочет знать, на что я готов, чтобы спасти сына. То есть, в моем подсознании скрыт ответ, где спрятан Шон. Но единственный способ вспомнить — пройти эти испытания. По
Почему ты не расскажешь полиции? И что я им скажу? Что я шизофреник, который топит детей и который похитил собственного сына? Меня упекут в тюрьму, и тогда мне не спасти Шона. Ха, у меня нет выбора. Мой сын может погибнуть. Когда найду Шона, я сам сдамся властям, но не раньше. Шон! Кто сказал Шон? Так не может продолжаться. Ты же убиваешь себе, Итан. Жизнь Шона самая важная для меня сейчас. Должен быть другой выход. Ты не понимаешь, у меня нет времени. Шону осталось несколько часов. Нет другого выхода. Ну, зато я знаю, как переиграть, если что. Что мне не понравится. Уходи. Забудь все, что ты видела. Ты ничем не можешь мне помочь. Если хочешь помочь мне, уходи. Дай мне разобраться самому. Итан, я видел ее голой, ты от многого отказываешься. Не отказывайся, Итан. Итан, ты что делаешь? Ну ладно. Хочешь как хочешь. Не хочет. Ну шо? Последняя, да? Получается, 4 было испытания. Готов ли ты убить человека ради спасения сына? Брэд Сильвер, 6784, Лэнгор Роуд, Лексингтон. Убей его, пришли фото, получи награду. Че? Ну ладно. О, нет. Ваша водка, сэр. Спасибо. Константин? Вы уж извините. Опять он. Это вид у вас грустный. Видно. Ну ладно, не видно. Трудности с расследованием? Блейк считает Итана Марса убийцей. А вы? Мне казалось, против него есть улики. Опять Человек-паук. Да, верно. Но это нелогично. Не совпадает ни психологический портрет, ни область действия убийцы. Любящий отец, утопивший восьмерых и укравший собственного сына. Ну это нелогично. Марс не мастер оригами. Ручаюсь жизнью. Фотка снаружи. Тогда кто? Не имею ни малейшего понятия. Пересмотрите все имеющиеся зацепки. Да, именно этим я и займусь. И последнее, сэр. Лучше все-таки не злоупотребляйте, сами знаете чем. Это опасно. Очень опасно. Это в очках происходит все, я так понимаю. Пытаюсь держать себя в руках, но...
Это трудно. И все труднее и труднее. Вы загоните себя в могилу. Это будет очень печально, сэр. Почему фон сменился? Зацепки. Так-так, это что-то новое. Запись камеры рядом с парком, сделанная в день, когда пропал Шон Марс. Вряд ли там есть что-то ценное, но как знать? Амон. В 16.02 в сторону парка проехала «Шевроле» соответствующей модели. А в 16.37 она проехала обратно. Соответствует времени похищения. Может, это машина убийцы? С области действия. Ничего. Понятно. Так, исследовать. Шевролет Малибу. В душе не ебу. Фигурки оригами. Орхидея. Это мы все рассматривали. Жаль, что не видно лица водителя. Фрагмент с машины. Исследовать. Машина украдена. Посмотрим. Фильм Де Кэмпбелл. В угоне подозревали некоего Джексона Невилля, но обвинения сняли. Не хватило улик. Джексон Невилл. Кто это такой? Джексон Вооружен Невилль. Опасен. По кличке Джек Бугай. Несколько раз привлекался за торговлю угнанными машинами. Считается опасным рецидивистом. Он мог продать машину убийце. Не лучшая зацепка, но другой пока нет. А ты дома? Я думал, ты в полицейском участке. Хватит вибрировать. И последнее, сэр. Лучше все-таки не злоупотребляйте, сами знаете чем. Чего? Это опасно. Очень опасно. Не-не-не-не-не, я не буду это брать. Начинается. Иди умойся. Триптокаин. Триптокаин? Он на столике у кровати. Триптокаин. Надо просто принять, и все пройдет. Надо сопротивляться, иначе это убьет меня. Я смогу. Надо сохранять хладнокровие и занять себя чем-нибудь, пока не отпустит. Тюх, нихуя. Ну, алкоголь — это не лучшая замена. Не помогло? Нихуя. Добрый вечер. Не-не-не, туда мы точно не войдем. Так, чё тут? Неплохой способ, скажу я тебе. Так, ладно, вот это давай. Хуби с ним.
Тихо. Предломион. Сапчат, да, у нас сегодня на эту игру. Чё там такое? Тихо. Чё ты выкинул подушку-то, блять? Там нужно было зажать. Вы понимаешь, он в какой-то момент может сам пойти. И мне его надо отдергивать от этого. Вот видишь, он сам идет. Ты чё вниз? Чё вниз? Нет! Брось! Я должен перебороть себя. Выкинь в унитаз! Выкинь! Бросить. Выкинь в унитаз! Выкинь в унитаз! Выкинь в унитаз! Выкинь в унитаз! Да ну брось ты, блядь! Куда ты идешь, блядь? Все, смой, нахуй. Все, меньше проблем. Фу. Кто твой дилер? Кто твой дилер, признавайся? Все. Все. Все, спокойно. Посходишь с ума, пару часов отпустит. Взять все равно негде. Если только, конечно, ты не нырнешь в унитаз и не пытаешься достать это все. Что вряд ли у тебя получится. Как его зовут? Джейден. Норман Джейден. Сабхайп. Кстати, Леня, Леня. Леня, Леня, Леня. 5 месяцев подряд. Леня, Леня. Что-то резко запретили, да, писать в чат. Подписка кончилась. Кап, кстати, всем привет передает Леонид. Привет Леониду. Спасибо за 5 месяцев. Рад, что ты с нами. И рад, что ты с нами опять. Вот. Спасибо большое. Тиер 2, кстати, да. Да, такая средненькая подписочка такая. Ну, нормальная, четкая. Кричащая. Так что, дому дороги. Угу. Что я хотел сказать? Продолжаем. Продолжаем. Четверг, 11:10. Количество осадков 85 миллиметров. Манфред? Манфред? Ты дома? Привет, Манфред. Кто это? Скотт. Скотт Шелби. Помнишь меня? Скотт? Скотт, ты? О, конечно, помню. Ну, рад тебя видеть. Сколько лет прошло? Да десяток, не меньше. Ну, в моем возрасте это уже не срок. Я чиню часы, но я стараюсь забыть о времени. А как ты? Все? Еще в полиции? А, нет, ушел. Я теперь частный детектив. А это Лорен. Она мой друг. Добрый день.
О, здравствуйте, леди. Ну, это же надо отпраздновать. Одну минутку. Погодите. Где-то тут мне попадалась бутылка виски совсем недавно. Не сделаешь ли мне одолжение, Скотт? Скажи им, чтобы перезвонили ближе к вечеру. Да, разумеется. Так, а где телефон? Да где он? Я ж его видел. Во, где тут? Не надо, я подойду. Да ладно тебе, чё ты? Ну ладно, подойдёшь, ты подойдёшь. Да, Манфред дома, но он сейчас не может подойти. Попробуйте перезвонить вечером. Спасибо. Ну, за старых друзей. Ну, давай. Будем. Хубочки! Ах, хорошо пошло, давай еще по одной. Куда ты, блядь, ушел? Вам нравится? Да, просто прелесть. Это страделли. Сделаны в Венеции в 18 веке. Одна из моих драгоценностей. Да хорош там бухать-то, завязывай. Ты что, тоже поплыл, товарищ? Скажи-ка, Скотт, что привело тебя ко мне после столь долгих лет? Взгляни вот на этот конверт. Может, ты сможешь определить, на какой машинке был напечатан адрес? Ну, давай посмотрим. Кормушки в старости. Ты не достанешь мне мое увеличительное стекло из-за прилавка. Да, конечно. Глаза меня уже подводят. Где-то тут? Посмотрим, что этот конверт может нам рассказать. Royal 5. Форма букв Т и Ф, характерная для этой модели. Выпущена между 1907 и 1924. Несомненно, это именно она. Это модель. Она редкая? Нет, нет, они не редкость. Это год. Пожалуй, такая машинка пылится на чердаке едва ли не каждого старого дома. А кто, кроме тебя, может починить такую? Я выкупил у компании весь оставшийся запас запчастей за гроши. Лет 40 назад. Их все равно отправляли на свалку. Я и подсуетился. Красавчик. Так что каждый, кто здесь пользуется этой машинкой, хоть раз, да и заглядывал ко мне. Отлично. Ведешь учет всех клиентов? О, разумеется. По крайней мере, тех, кто платит. А можно взглянуть на записи? Да, не, конечно. Не кушал пиццу. Все мои учетные книги здесь. Если вы не торопитесь, я поищу список всех клиентов, кто покупал... Срочно клип для года. ...или приносил ремонт. Да, мы будем признательны. Ты, я видел, там прям специально назвали клип для года. Я принесу вам весь список. Думаете, убийца был здесь?
Пишущая машинка начала прошлого века. Владелец наверняка приносил ее Манфреду. Посмотрим, кто в списке. Ну-ка, чё там? Много чё. Господи. Он мертв. О, боже. Так. Скотт? Господи. О, господи. Что ты делаешь? Звоню в полицию. Убийца уже звонил в полицию. Он хочет свалить убийство на нас. Надо уходить отсюда. Как это? Мы же к этому не причастны. А кто свидетель-то? Мы тут были, ёпта мать. Поскорее найти Шона Марса. Не хватает только провести сутки в участке, доказывая, что я не верблюд. И что же нам делать? Смотрите за входом, а я постараюсь убрать отпечатки пальцев со всех предметов. Надо торопиться, полиция скоро явится. Со всех предметов, что мы трогали? Расчехлил в прямом эфире. Да. Так, телефон, во-первых. Во-первых, телефон. Да ну ёпт. Бутылка. Стопки. Так, тихо. Шкатулка. Лорен трогал шкатулку. И телефон, наверное, второй. Блять, не суетись, не трогай нахуй тут ничего. Что-то еще мы трогали? Может, прислонялась к чему-то? Вот тут что-то она стояла где-то. Не? Давай еще раз все обойду. Здесь я вроде ничего не трогал. Скотт, вы еще долго там? Полиция вот-вот появится. Почти закончил. Она руки ставила на что-то, я просто помню. Так, что, все? Что там? Уйти. Давай, все, похуй. Вы все стерли? Да. Стер, что смог. Будем надеяться, что они не вычислят нас. Пойдемте скорее. Ну, я не знаю, считается то, что на нем следы. Может, и его трогал я чуть-чуть. Мы же с вами напарники, таков уговор.
это не игра. Игры кончились, Лорен. Манфреда убили, потому что он знал убийцу. У нас под носом, черт побери. Нет. Я боюсь, следующей жертвой можете стать вы. Я взрослая. Сама за себя в ответе. Я хочу найти убийцу сына, и вам меня не остановить. Ну, дверь это такое. Через дверь, блядь, миллион людей проходит, блядь. Ты чё, Егот, ну... Жестко. Ваш сын погиб, Лорен. Если вы угробите себя, он все равно не воскреснет. Ой, что-то ты переборщил, по-моему. Остановите. Что? Остановите, говорят вам. Ты что делаешь-то? С ума сошла, что ли? С ума сошла? Остановись, ёб, не трогай руль, блядь. Не хватало, блядь, мне еще тут разбиться, это, блядь. Ну исправляйся сама. Что ты меня тут, блядь, начинаешь? Скандалы, блядь, устраивает хуй. Сказал не лезть со мной. Нет, блядь. И встал перед машиной. Защитить. Черт, у меня нет выбора. Я делаю это, чтобы защитить ее. Я не могу бросить ее. Она пойдет на все, чтобы найти убийцу своего сына. Ну ладно, пойду извинюсь, хуй с тобой. Лорен! Мне так плохо. Так да плохо. Это я все стер. Если я что-то не стер, то не стер на человеке. Я бы все отдала, чтобы еще раз обнять. И все остальное. Охуенно. Укутать. Что значит нежно? Такой здоровяк, ты посмотри. Нежно укутать. Ну что, как я понять не имею. Время 11:15, количество осадков дохуя. Урод. Давай. Вали. Оно трястись началось, я подумал, что надо спамить. Урод, ты что, оглох? А ну катись отсюда. Ты меня зас... Не горячись, брат, а? Спокуха. Знакомое лицо. Что хочешь? Дозу? Это не тот, который... Денег? Нет, скажи, тот молодой был. Хочешь, и мы сговоримся, а? Ты кто, блядь? А чёрт! Я тебя мозги выжжу, сукин сын! Ёбушки-воробушки! А он этот, дилер какой-то. Надо было выстрелить, это нормально. Ну ладно. Сколько у тебя там патронов, блядь, слышь?
тебя патроны кончились, чувак. Подожди. Я дам тебе что хочешь. Наркоту или деньги. Нужна доза. Прошу, не убивай меня, а? У меня дети. Вот мои дочки. Это Сара. А малышка, это Синди. Прошу тебя, я хочу вернуться к ним. Прошу, прошу, не стреляй. Да я что-то хер знает. Первый раз проходит, да. Сколько испытаний? 4 или 5? Это последнее? Или еще одно? Бля, ну даже Джейсон Борн в такой ситуации на попятную пошел, ну. Я прям что-то не знаю. 5? Не знаю. 5 человек. Хочу вернуться к ним. Что значит хочу вернуться к ним? Это мне непонятно. Я тоже отец. Но выбора нет. Рукоять пистолета. Привет, Блэзер. Буквы где? По-моему, так и было. Я что-то тоже провафлил по ходу момент. Я убийца. Пех. Там... Блин, явно слово Рузвельт получается. 852, что-то Рузвельт. Мэтт, это Сэм. Я выяснил, что ты просила. Владелец квартиры на Марбл-стрит, доктор Адриан Бейкер. Он бывший хирург. Приторговывал наркотой по-тихому. Сколотил состояние, скупая дешевые квартиры. В числе прочих эту... DLC? На наркоте его поймали за руку, дали несколько месяцев и лишили лицензии. Любопытно. Спасибо за информацию, Сэм. Я твой должник. И, Мэтт, поосторожнее, ладно? DLC? Я постараюсь. Потом перезвоню. Что за внезапность? Это техническая демка. Хэви Рейна. То есть это фрагмент, которого не было в игре вообще изначально. И потом его сделали DLC.
Вроде как. По-моему, этот фрагмент. Я что-то хуй знает. Но похоже, по крайней мере. Не знаю. Разберемся сейчас по ходу. Если это действительно оно, я скажу. Я просто помню его. Вроде как там что-то... С марионетками. Что-то непонятно, не помню.